Казанском федеральном университете на научно-практической конференции собрались участники всех проектов, входящих в открытую платформу «Россия – страна возможностей», которая создана по инициативе президента России Владимира Путина для развития систем прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также для поддержки благотворительности и консолидации лучших общественных инициатив. Эффект от этой программы мы с вами уже ощущаем, потому что более 400 тысяч татарстанцев приняли участие в 26 проектах, предлагаемых платформой. Мы с вами очень четко понимаем, что работа и участие в мероприятиях платформы позволяют действительно формировать пул людей, которые нацелены на развитие страны, на развитие экономики, на развитие людей. И в зале сегодня собрались те, кто хотят быть полезными. Это очень важно. Я думаю, что основной смысл платформы как раз состоит в этом. Быть полезным своей стране, своему государству, своему региону. Работа форума посвящена самореализации талантливой молодежи и профессионалов, развитию системы прозрачных социальных лифтов. Участники форума получают возможность презентации собственных успешных инициатив, повышения управленческих компетенций, а также расширения круга делового и личного общения. Значительная часть программы включает лекции и мастер-классы, посвященные таким темам, как управление, лидерство, внедрение современных технологий, предпринимательство, социальные инициативы и волонтерство, творчество, а также креативные индустрии. Мы быстро растем, и для нас главное не только обеспечить знания, но также обеспечить, чтобы за то время, когда человек учится, он лучше в себе разобрался, посмотрел, над чем нужно проработать, сформировал коллектив и реализовал свой проект, и был еще не только большим профессионалом, но и социально ответственным человеком, и вышел уже с реальным проектом, с реальным вкладом в нашу страну. Вот какая задача. С участниками проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей» встретились ведущие эксперты из госуправления, бизнеса, культуры и искусства, социальной сферы. В ходе дискуссий, мастер-классов, лекций и творческих встреч они поделились опытом, который необходим для внедрения и продвижения инициатив. Отметим, что Казанский федеральный университет выступил организатором и предоставил условия для проведения данной научной конференции. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.